2 декабря в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта. Победители номинаций были определены экспертным советом, возглавила который олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Кто из Славянского района получил признание всероссийского масштаба, расскажут наши корреспонденты. На нашей территории прибрежного поселения проживает 7789 жителей, из которых от 14 до 30 лет 1570 человек, которые регулярно стараются заниматься спортом. Непосредственно глава курирует развитие спорта в поселении. Также мы проводим спартакиады в вечернее время. Спорт – это сила, спорт – это жизнь. Это отрывок из презентационного ролика об инструкторе по физической культуре и спорту прибрежного сельского поселения Константине Галове. В видеоматериале, подготовленном сотрудниками Славянской телерадиокомпании, рассказывается о том, как поставлена работа по развитию физической культуры и спорта в поселении. Благодаря результатам этой работы Константин Галов стал лауреатом национальной номинации за вклад в развитие физической культуры и спорта в сельской местности и признан лучшим в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы». В церемонии награждения, которая на днях состоялась в Москве, приняли участие министр спорта Виталий Мутко, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова и другие выдающиеся спортсмены и организаторы.